святой Антоний был здесь рожден. Вот сейчас зайдем в церковь святого Антония. Мы к Божественному. Конечно, много здесь красивых мест. В Лиссабоне сейчас вот еще зайдем в Санту Марию Магдалену и пойдем кушать. Но вот из-за того, что такие неудачные тусклые цвета зданий. Да, Шуль, подожди. И они немножко не ухожены. Общее впечатление немножко хромает. Хотя соборов, церквей и музеев в Лиссабоне хватает. Очень необычный собор Святой Марии Магдалены. И здесь такие капеллы, как бы микрокапеллы со статуями. Красиво украшен собор с таким необычным потолком и алтарь. Thank you.
like a mind.